Дорогие друзья, всем здравствуйте. В 2021 году ассортиментная линейка линей от компании Solimar значительно расширилась. Теперь у нас их вот столько, и еще и мы там умудрились уже продать какую-то часть, поэтому чуть меньше, чем было. У нас появился линь Monored. Вот такой вот красненький, в диаметрах 1,2, 1,5 и 1,8 мм. Он является особенным линем, абсолютно новым, потому что он является веревочным линем, на котором можно вязать узлы, но при этом он обладает всеми теми классными характеристиками монолиня. То есть, ну, как мы его согнули, так он и остался. Это удобно для намотки, он меньше путается за счет этого. Он пропитан силиконовой пропиткой, которая защищает его от ультрафиолета, увеличивает его износостойкость. Разрывная нагрузка у него в диаметре 1,2 мм составляет 210 кг, 1,5 мм 245 кг и 1,8 мм целых 310 кг. Пока еще он новинка, мы не успели это прям конкретно протестировать, вот, но надеемся, что наши итальянские партнеры не врут. Продается весь линь у нас по метражу, соответственно, весь линь, который у нас представлен, можно приобрести от 1 метра. Это достаточно удобно, в том числе даже для дилеров, для магазинов, мы тоже отрезаем линь. Ну, не всегда кому-то под заказ, может, дорогой какой-то линь нужен, не целая катушка, поэтому никаких проблем, мы его отрежем. Потом у нас появились вот такие вот бобинки по 400 метров намотки. Это для наших дилеров, для наших магазинов очень удобно. Здесь есть линь полиэстер, который наиболее бюджетный, берется на катушечки. И есть линь Дайнема, вот, и есть линь Даймакс. Вот. Соответственно, цена в такой бобине в пересчете за 1 метр на 25% меньше, чем в стандартной 50-метровой намотке. Вот. Также, соответственно, новинка – это черная Дайнема, абсолютно черная, Black Style такой. Вот. У нас в России любят этот Black Style, хотя мы пытаемся, наоборот, привить другое, но, тем не менее, вот черненькая Дайнема прям полностью-полностью Black. Вот. Такой вот ядовито-салатовый линь, полиэстер, самый вот бюджетный, простой, на катушке, ну вот, вот он такой яркий, ядовито-салатовый. Классный, мне прям нравится этот цвет, вот, и плывешь с этим ружьем, когда у тебя на катушке такой линь намотан, эстетическое удовольствие в определенной степени тоже присутствует, вот, вот когда этот линь намотан у нас на катушечке. Вот. Ну, здесь мы выставочный образец, там, намотали чуть-чуть, сколько был какой-то обрезок, а так-то, конечно, катушка должна быть забита линем, вот. Вот, примерно так, собственно говоря, у нас выделить линь. Он яркий, и на катушку классно, когда мы стрельнули в не самой прозрачной воде рыбку, ну, где-то она зацепилась, запуталась, надо, в общем-то, всплыть, размотать катушку. Потом очень удобно по нему плыть, его видно, он яркий, ну, не заблудишься в мутненькой, темненькой водичке. Но у нас появился еще и монолинь 2-миллиметровый. Раньше у нас был монолинь вот такой вот, только 1,6 мм, сейчас появился 2-миллиметровый. Ну, для морской океанической охоты спрашивают люди периодически, ну, теперь есть душечка, соответственно, пожалуйста, можно его брать. Он уже попрочнее, он на разрыв до 180 кг идет, соответственно, и идет 15 метров, плюс 6 зажимчиков в комплекте.